оснований для вынесения оправдательного приговора не имеете. Более детально вы сможете ознакомиться с решением суда после получения копии приговора. Учитывая характер и общественную опасность совершенного вами преступления, Жланбаев, считаю, что ваше исправление возможно лишь только в условиях реальной изоляции от общества. Ведь охренеть! А почему на русском языке, а не на казахском? В качестве смягчающего обстоятельства наличие малолетнего ребенка у вас и отсутствие судимости. Учитывая эти обстоятельства, суд вам назначил наказание в виде... Нифига себе, какой суд в Казахстане. Я в шоке. Суд обвиняет... Все, подождите. Вот активист, известный активист Казахстана Мурат Жаланбаев очередной раз, так понимаю, попадает в тюрьму, очередной раз объявляет голодовку. Я прочитала в интернете, что он несколько месяцев назад даже зашил себе рот, чтобы его, наверное, насильно не кормили. Представляете, какой мужчина? Зашил себе рот. Вот такая сила воли. Представляете? Суд обвинял его в участии в запрещенной организации и финансировании экстремистской организации. Международные и местные правозащитные организации считают дело политически мотивированным. Добиться до конца, выдадут мне пожизненное заключение. Жесть. Я хочу, чтобы народ знал, боролся за свои права. Какой мужчина? В постановлении следственного органа говорится, что Жаланбаев якобы находится в связи с Мухтаром Аблязовым и за его, и его заграничным штабом, получая от них задания, указания и направленные на изменение конституционного строя. Конституционного, боже мой. Этот русский язык такой гребаный, ты хрен скажешь. Казахи очень. Мурат Жаланбаев известен тем, что за полтора года пробежал в одиночку три крупнейшие пустыни мира. Азиатские Каракумы. Какой там рот себе зашил? Рот себе зашил любой может. Он пробежал азиатские Каракумы, африканскую Сахару и австралийскую Большую Викторию. Боже мой, какой мужчина? А какого мужчину вы посадили? У вас таких раз-два, да, общался. Ведь он не только бегает, он еще думает и болеет за Казахстан. Голодает. Сейчас голодает, вот, насколько я понимаю, мокрая голодовка, пьет воду. Я в шоке. Какой мужчина? Это наш семикратный рекордсмен книги Гиннесса, да, что он такой вот, ну, один из тех, который прошел вот все эти пустыни, да. Как этому суду не стыдно?